Здравствуйте, друзья! Мы идем на очередной open house. Вот построение вот такое, кружочком замкнутое, называется... Как называется? Кул-де-сак. По-французски. Кул-де-сак. Значит, вот тут все по кружку. Из-за этого у них лоты, участки земли трапециевидные. Это может быть небольшой плюс, но... Или, скажем, не сильный минус, хотя минус. Нет, если ты ничего не собираешься там строить, так а чем плохо? Он у тебя расширяется, да и все. Да. Просто когда ты хочешь писать туда дом, у тебя не всегда получается. Да. Вот наш знакомый Дэйв Кларк продает этот дом. Пошли посмотрим. Посмотри, вот видишь, такой дворик. То есть так странно такой... То есть мало того, что там травка зеленая. Вот это кул-де-сак, видишь, как пошла стена? Да. И сразу образовался дворик. Трапеция такая пошла. Дворик такой бетонированный, я бы сказал, там жарко, наверное. Ну, не знаю. На солнце там сидеть не будешь, конечно. Но здесь вот есть качалка такая. Вот, собственно, начинается сам дом. Так. Ну, пошли в дом. Тут разуться надо, что ли? Это дверь, через которую мы зашли. Тут такая маленькая прихожая. Видимо, это шкафчик. Для... Ой, нет, это не шкафчик для одежды, это хитер. Так, это можно сказать, что family room, да? Или что это за место такое? Да, пожалуй. Такое, оно немножко странное. Ну да, вроде телевизор там, да. Можно так сесть. Ты думаешь, это стейджинг вот это? Да, конечно. Ну, они как-то его тяжело так стейджинг ему сделали. Кухня старая, да. Это так строили в 60-е. В конце. И вот эта вот висящая сверху штука тоже, так она, из тех времен. Угу. Так вообще не в домах делали, а в квартирах. В кондо так делали. Вот вся кухня. Как бы здесь раковина. Поверхности много, да, вот видите. Много поверхности. Вот, здесь плита сзади. И вот так можно, значит, там... покормить людей. Знаешь, что, Свет, я думаю, что вот то, что они сделали здесь living room, это на самом деле тут покушать надо. Вот весь смысл вот этого состоит в том, чтобы раздать еду людям, которые там. Ну да, вот эти кабинеты, которые висят на головой. Да, вот эти кабинеты, они еще тяжесть. Очень старые. Они создают такую тяжесть, да? Да, да. Они очень-очень старые. Очень старые, да. Вот вы видите, там деревяшечки такие. То есть ничего тут не помню, да. Плиту новую делали такое. Ну, в общем, да. А это вообще очень старое. Да. Вот это хозяйство ужасно старое. Тут микроволновка, духовочка, все очень-очень. Если такого не найдешь, он даже писал в таком кабинете. И пол, который вот тут, он тоже довольно старый, с гвоздиками, да. Деревянными гвоздиками тогда сбивали доски, вот вы можете посмотреть, это все в общем в таком. Но они сделали какой-то ремонт, вот они правда. О, безусловно, безусловно. Вот мы заходим. Мне нравится эта картинка с бутылочками и свинцом, что-то в этом есть такое вдохновляющее, честно. Давайте я развернусь в этом месте. Вот такая комната. Значит, у нас здесь, вы видели, стол справа от меня, камин, большое такое кресло, серьезное. Вот. Очень широкое. Можно троих посадить, если небольших, конечно. Вот. Такие, значит, двери. Они раздвигаются, я так чувствую. Ну-ка. Да. Такие sliding doors. Вот они раздвигаются. Можно выйти наружу. Это я еще босичком, тут надо было раздеться. Так. О, друзья. У нас есть бассейн. Такой даже, в общем-то, не то чтобы маленький. Он такой, конечно, загогулинкой странный. Форма такая необычная. Ну, давайте, может быть, глянем на бассейн. Тут вот есть решеточка. Так, ой. Да. Там такой робот на дне. Он ходит по дну, листики собирает. Действует под действием напора воды. Его подключают просто к водопроводной трубе. И за счет того, что вода оттуда прет, значит... Робот движется, подбирает листик. Видите, как чисто здесь. Осыпется сюда, будь здоров. Вот.
вся эта хвоя, все туда сыпется. Там дряни сколько хочешь. Пахнет, слушайте, пахнет. Сосны пахнут очень хорошо. Да, а вот там вы видите сзади вот дворик, куда мы заходили с самого начала. Вот эта трапециевидность, вот посмотрите, как угол какой, да? Видите, это не, совсем не прямой угол. Вот как бы обратная сторона кул-де-сакности. Ну что, двигаемся обратно. Я тут в носках в белых, ребята, в белых, в белоснежных носочках я здесь хожу. И ничего страшного, ничего, здесь чисто. А носки в крайнем случае можно и постирать. Так. О, Света, и ты босичком, смотри. Ну, а мне одеваться так. Не пускай, что-то шин, жалко, на ебал не стать обуви, как думаешь. Да. Так. Да, день сегодня жаркий, хотя вроде уже середина сентября, но вот, да. Лимончики. Миша, куда выходит Украина? Сейчас мы. Лимончики. Пока я там, значит, лимончиками увлекался, Света спрашивает, а вот эта калитка куда идет? И я, друзья, рискую жизнью, отправляюсь посмотреть, куда она ведет, но она что-то не очень открывается. Какой-то гвоздь там сейчас. Так. Вы знаете что? Это соседи. Такое ощущение, что участок соседский. Как-то они там с ним разделились, но это чужой участок, Света. Зачем нам чужой участок? Вопрос интересный. Но факт остается фактом. Там живут совершенно другие люди. Ромео и Джульетта такие деньги не могли заплатить. Ты чё? Там у них все скромнее было. Так. Ой, давай я закрою снова эту. Потому что жарко, здесь кондиционируется воздух. Так, где мы еще не были? Так, спальни. Пошли смотреть. Тут у нас небольшая такая спаленка. Они ее подают как кабинет. Видите, такой стейджинг а-ля кабинет. Там этажерочка. Так, небольшая, метров, наверное, 8 квадратных. А с той стороны... Так. Это похоже на мастер-бедрум. Сейчас посмотрим. Тоже вот выход на улицу здесь. Так, двери красивые такие, деревянные. Да. Зеркала создают объем, то, что справа у нас. А вот у нас и батрум. Старенькое все, очень старенькое. Они ни копейки сюда не положили, конечно, это чувствуется. Вот этот батрум. Значит, вот душ такой. Свет, а какие у нас данные про этот дом? Что мы про него знаем? Здесь три спальни, два туалета. Так. 1400 скверфутов, и хотят они 1,5 миллиона. А, 1 500 000. Ну, 1 480 000. Ага. И участок 6 соток, да? Да. Так. Куда мы еще не можем, там еще красиво. О, слушайте, тут что-то такое... Ну, молодые дети, можно сказать. А что ты сказала про наличие бассейна? В общем, сегодня у нас водовая проблема, и сегодня это не плюс, в общем. Ну да, да, большой расход воды. Так. Ну, ты знаешь, мне вот нравится, что у них всюду зеркал много, и так объем создается. Зеркал много, и много скайлайтов. То есть они как-то попытались... Скайлайты, а где? Да, много. Я вот не видел, здесь нету. Нет, нет, вот, смотри. Да. Скайлайт света добавляет, конечно. А может быть, лампы? А, я еще здесь не был. Да, и вот здесь вот. Так. Это... Нет, это не лампа, это реально скайлайт. Вот это скайлайт, да. Так, это вот туалет. С, ну да, это тоже очень старое все, просто ванна. Вот еще здесь вот этот Сантанов. Сантанов, давай. Да, на кухне. Вот он. Ух. Sunny Day. Да, проводит свет с крыши. Такую трубу такую с зеркальной поверхности.
пластиковую натягивают, и получается очень светло. Ну, ты знаешь, мне кажется, он довольно жалко выглядит. Он вот старенький. С Антоном. Вот а сейчас, давно сделали, сейчас делают их 1.5 раза больше диаметром, ага. И они смотрятся посолиднее, так она очень маленькая, эта трубочка. Но, безусловно, без нее эта комната совсем была бы темная. Да. Ну что, хорошо, посмотрели? Да, пошли. Что, Свет, твое общее заключение какое-нибудь? Ну, знаешь, на вкус на цвет товарища нет. Да. Дом не очень большой по площади, старенький, видно, что он старенький. Ну, это правда, они пытались его как-то немножко так немножко приукрасить, но он остается стареньким, при этом они не делали ничего такого серьезного. Но он вполне пригодный для жизни, слушай. Если кто-то тянет, это 1.5 миллиона тоже не так мало, слушай. Но здесь хорошие школы, и что мне очень нравится, это мне нравится локейшн, потому что здесь действительно очень тихая улица, и в этом углу вообще машины не ходят. Но дело в том, что в ту сторону, когда мы смотрим на бэк-ярд, вот выходит на довольно шумную улицу Фримонт. Ну, она тоже не такая шумная. Но я имею в виду, что для детей, это, смотри, вот и с этой стороны тут какое-то патио, можешь сюда детей выставить. Да. И там бассейн у тебя, и там у тебя дек, в общем. Нет, и здесь нет прохожего транспорта здесь никакого. Здесь нет. Тут, у нас только свои дети наверняка тут где-то играют на улице. Меня поэтому удивляет, что нет машин, нету людей здесь совсем. Которые пришли посмотреть. Пришли посмотреть, да. Ну, еще они, может, не проснулись. Ну, да, 2 часа. Два часа. Пошли.